сегодня простой, без тепловой обработки. Он у нас холодный. Чем холоднее, тем лучше. Йогурт мы сейчас уберем в холодильник, пока будем подготавливать все продукты. Чистим огурец. Снимаем шкурку, разрезаем и удаляем косточки. Так, огурец разрезали. Пока готовим огурец, йогурт убираем в холодильник. Убираем очень легко. Можно взять ложку. И ложкой все убрать. Чеснок и лук режем мелко-мелко, кубиком. Берем зеленый лук. Нарезаем мелко-мелко кубиком. Лук складываем. А две веточки лука я оставил на украшение. Чеснок, прежде чем его нарезать, его давят. Раздавили. Складываем. Грецкий орех то же самое. Чуть-чуть ломаем. Он уже почищенный. Положите огурцы, нарежьте кусочками грецкий орех, масло, соль. Солим, перчим, оливковое масло и йогурт. Перемешиваем все. И в книге у него написано оставить все это, поставить на 3-4 часа в холодильник. Перед тем, как этот суп кушать. Убираем в холодильник. Вот что у нас получилось. Суп наш охладился. Наливаем. Сверху у нас украшаем чуть-чуть оливкового масла. И для украшения немного зеленого лука. Суп готов. Вот что у нас получилось. Пробуем. Супер. Холодный вкусный суп. Напоминает, как в детстве, огурцы с луком и сметаной. Ну что, друзья, мы продолжаем наш марафон. Идем дальше.